Еще про, хотел бы говорить про Равшана Аскерова. Вот он играет всемирный игра разума. Я всегда смотрю, но частенько он проигрывает, конечно. Он играет, считайте, на чужом поле. Все. Когда он выиграл этому корреспонденту, ведущему Матч ТВ Дмитрию Губерниеву, вот тогда я встал и похлопал тебя. Молодец, Равшан. Ты тоже, вот честно говоря, Элман, я считаю Элмана выше, но тебя тоже могу считать не хуже. И как Элман, и хотел бы еще про шахматы кое-что сказать. Вот Тимур Раджапов, Мамедьяров, Аронян, когда последний раз Магнус Карлсен турнир был, когда играли Аронян и Тимур Раджапов, вот честно я вам скажу, я болел за Тимура. Не то, что... Я не армян или чего, потому что он изменил свой флаг, он стал американцем. А я буду болеть за азербайджанца, чем американца, это однозначно. Как он можно вот так, ни с чего, да, война проиграли, ну что, значит, все, мы погибли? Нет, мы еще живем и будем жить, еще будем радоваться, еще... Аронян, ты поступил неблагородно, вот честь скажу, я тебе до этого как-то все время смотрел твои игры, с начала до конца, вот когда играл Тимур Раджапов, и буду всегда Тимур Раджапов болеть, что он претендентом вышел Магнус Карлсен, тогда, если Алиев даст мне какой-то шанс, я все в мою душу буду вложить туда, и может быть, я не отрицаю, что он может и обыграть с Магнуса. Но это будет очень тяжело, но будем надеяться на игры. Я, значит, еще в завершение хотел бы им сказать. Вот смотрите, вот всех ребят, которые я перечислил, моих знакомых, которые я болел, вот Балаш Касумов, я болею, вот честно я скажу, российское телевидение, московское телевидение, вот последняя игра, когда они играли, Козлов там вышел в финал, когда 6-4 они выиграли, и Козлов тоже 6-4 выиграл, они вышли в финал. Молодец, Касумов, ты приехал в Москву, Талибовым Эльманом приехал. Вот я когда видел вас, я сразу понял, что у тебя есть человечество, все, что вы даже ни на что не смотрели и приехали в Москву. И ваш друг Эльману, вы всегда поддерживаете, я знаю, азербайджанские игры. Он все время хотели, чтобы финал вышел, так и вышел. Но финал получился, конечно, очень слабым. Я смотрел, 6-1 выиграли, проиграли, конечно, не зрители, как, но так и выиграли 6-1. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!